Че, белочка кость грызет? Отобрала кость у Греты. Еще и порычала на белку. Ой, на Грету, вернее. Грета ничего не стала забирать. О, ложь. Вот эта белочка любит калошу. Опа. Ой, так хорошо на улице. Так тепло. Это вообще после зимы какое-то прям умиротворение. Тепло. Очень хорошо, тепло. Вот надо мужа попросить, чтобы звездку купил. Побелить надо. И будет очень красиво у нас. Атань, атань, атань. Атань. Вот она, легла белка, белка сейчас. Пошла, пошла, пошла на свое местечко. Все. Скажи, ну тебе нафиг. Я буду здесь грызть, да? Утро у нас. Начинается утро вот так вот. Грета тут грызет. Белочка здесь грызет. Наше утро. Кто там, Белочка? Кто там разговаривает? Опять металл. Металл опять они принимают. Темыр Аламас. Металл. Что такое? Что такое? Вот. Что такое? Что такое? Это овчара. Охранник. Молодец, молодец, охранница моя, белочка, моя охранница.